Всем добро пожаловать на наш канал. Я сегодня вам буду показывать, что я буду сегодня делать. Сейчас покажу, куда я пришла. Это моего коня пришла. Его Шару называют. Он ополоса мешает и с чем-то. Но сегодня его нужно будет покататься на нем. Я хочу сегодня покататься на нем немножко. Его искупать нужно будет, потому что он не знаю, когда купался. Лезет в камеру. Я ему клевера принесла, он покушал. Ты что? Он тут почти все сгрыз. Потому что у нас тут панели стоят на него. Мы их двигаем каждый день. Он весь круг успевает съедать. Потому что он много ест. Быстро ест тоже. Он не такой большой конь. Подходящий размер, чтобы залазить, слазить на него. С немножко помощи. Он очень ручной. Ему 16 лет. Почти столько лет, как мне. Где-то вокруг, где-то там. Ну, ему где-то 15-16 говорили. Говорят, что самый подходящий возраст для коня. Чем постарше, чем лучше для начинающих. Я вам буду показывать, как буду на него все одевать, как буду залазить на него. И как будем его сегодня мыть. Потому что ему нужно помыться чуть-чуть. Не снимаю. Садика. Две шматка. Это тряпка. Сейчас я буду специальную тряпку на него одевать. То, что идет под низом его. Перед тем седло одевать. Как, каким размером ее всегда нужно... Нужно ее всегда с волосками идти, нельзя против шерсти идти. Если пойдешь против шерсти, когда ты ему седло привяжешь, сядешь, ему чувствуешь, что ты его дергает, и ему это не понравится. Стоять. Стоять. Кто, Саныч, будет его держать? Как его... немножко длинный. Слизь. Знаешь, что я буду идти кататься, да? Ее где-то нужно на этой, как можно сказать, шишке его на спине. Вот сколько ее нужно ставить. Вот бери. Вот так. Ему нужно вот это зацеплять. Почему? Тише. Девай, девай. Эй. Нужно ее делать, чтобы она была как коробка. Сейчас я его поверну, чтобы в другую сторону. Подожди. Мариан, пилить быстро. Так. Камеру руку держи. Да. Вот это почему, Оля? Это сейчас я увидишь. С другой стороны, может просто. Веревку я ему отцеплю, тут где-то навязали. Оля, могу его держать. И он отойдет немножко. Отходи чуть-чуть. Вот, стоять. Молодец. Сейчас подержи. Придержи его. Да. Руфа, дай ему травы. На одну месяц. Зайди. О, дай мне бровейку уже. Какой подбородок. Вот трава тебе. Он траву не хочет есть. Принеси ему конфетку. Эй, Валя, давай сейчас его подтяну. Пошел, он подслушивает. Он подслушивает, да? Ты будешь подслушивать? Ну, выше, вот так нельзя. Сейчас обойду гляну. Ой, Стиви, помоги мне. А как? Окей. Как? Одной рукой Сару подними. Не снимай ее, подними ее, как-нибудь так себе стоит. Давай. Мариам, а ты его держишь. Держи его. Здорово, помогай, я подержу коня. Ты снимай. Ты можешь их сразу знать, вот так что-нибудь будет? Да, он послушный. Вот, сейчас мы ему тряпку подставили как нужно. Седло чуть повыше нужно ставить.
уздечку. Не надо уздечку. Марьяна, забыла? Вот. Натяни. А, уже здесь натяну. Окей. Сейчас, ее нужно ровнее делать. Никто сзади его не стоит? Нет. Никто. Кони любят своего живота надувать, когда ты начинаешь ее подтягивать. Как ты перевод переводишь? Надувать. Вот почему он не ест, почему? Да. Паузу каждое утро нужно ходить хозяйство кормить. Я вчера не доснимала, как его помыли, но я вам сегодня утром покажу, потому что он уже весь высох, мягкий стал, гладкий. Отмыли его все-таки. Не знаю, если он сегодня или ночью по земле катался, что обратно запах вернуть. Проверим сейчас. Как только меня услышал, сразу прибежал на сюда, на угол. Потому что я всегда тут прихожу к нему. Привет! Не знаю, если его слышно. Будешь? Иди сюда. Ему кубики даю каждое утро. Он берет их ест. Они вот так выглядят, маленькие кубики, не сделанные из травы. Он их ест, любит кушать. Видишь, он уже такой чистый стал, помытый весь на все. Мне сейчас нужно будет пойти на него ошейника одеть, до дерева где-то привязать, чтобы он траву ел, потому что он тут все почти загрыз. А тут на ночь он просто стоит. Да? Ему бендича одели, потому что у него там эти... Поцарапал себя. Вот этих острых углов, когда он голову свою вытаскивал, поцарапался, я хорошо зацепил, и мухи чтоб не садились. Не, уже сейчас замазался всю свою шею. Он аккуратно берет с рук, если ты ему зерно даешь с ладошки, он все губами берет. Сейчас пойду покажу, какое мы ему зерно даем. Сейчас ему дам самолет. Мы ему такое зерно даем. Тут все подряд. Мешатая. И надо. Будешь, Грейм? Отвечает. Будешь? Да. Он все берет губами. Аккуратно ест. Ладно, мне сейчас нужно на него ошейник одеть. Потом покажу. Сейчас он подойдет. Come on. Лада. Перестань. Come here, Shadow. Come on. Come on, baby. Сейчас мне уже только разобраться, как это опять идет на него. Сейчас его позову просто. Сам придет. Вот стоит. Стоять. Пчела его просто пута. Ему не нравится, когда пчелы рядом. Сейчас ему на нос насадим.
на нос насадили. Это вверху мы еще лисе упала. На другой стороне он зацепляется. Сейчас зацепляем, чтобы подошло. Сейчас ему этот чем вести зацеплю. Как только он увидит, что я пойду, он за мной пойдет. Сейчас вытащу. Пошли. Видишь, я только начала идти, он сразу за мной идет. Он знает, что сейчас на улице будем идти стоять. Сейчас я ворота открою. Все, уже стоит, готов идти. Вышли. Только ворота открыли, все. Пошел. Ну, я его сейчас поведу, куда я ему поставила цепь, чтобы он сидел, вокруг ходил и траву сам щипал, как в те места, где косилка не может достать. Туда мы его поставим, чтобы он подъедал, пока у нас весь забор сделается. А он пока идет рядом. Покажу, когда его привяжу. Все, я его уже на цепок посадила. У нас вот такой цепок у него. Он привязанный. Да. Attachment, так как вот. Он будет. Тут то, что цепь все достанет, но все это есть будет. Как я говорила, он уже земли мотался. Себя загрязнил. Он ходит и цепь подтягивает, потому что он уже на таком привык сидеть. Потому что где его мы. Я его купила, он на цепку ходил. Я ему не буду мешать. А ест. Ходит. Потом его передвинем, когда у него тут трава закончится. Я никуда не иду. Потому что если кто-то идет, он за тобой будет идти. А ест. Я уже всех курей накормила. Козочек тоже накормила. То, что из дома эти даем куски все. Курей выпустила, потому что мы их на ночь закрываем. Потому что у нас была одна курица, ее оставили на улице, и больше ее нету. Кажется, ее съели. Я не знаю, эти куры на улице еще. Они есть пару штук. Ходят. Обрастать начали. На все гуляют. Вот Лада. Сюда камеру везет. Спасибо, что вы все смотрели. Надеюсь, вам было интересно. Лисёчки еще такие видосики. Давайте, пишите в комментариях и говорите, что вы хотите про коня больше узнать. Все пишите, будем отвечать. До новых встреч.